Всем привет! Сегодня у нас будет немножко необычное видео. Сегодня мы будем делать замену стекла на Apple Watch, если я правильно понимаю. Вот. Обычно в таких случаях, если постоянные зрители моего канала знают, что, как правило, если треснул какой-то экран, например, то меняю его целиком. Вроде бы так и проще, но как оказалось, что можно, сохраняя матрицу оригинального гаджета, заменить непосредственно само стекло и тем самым получить великолепное качество изображения, которое может дать только оригинальный экран. И вот ребята у нас, скажем так, в мастерской этим самым занимаются. У меня такой возможности нет, да у меня и навыков нет. А вот, как говорится, ребята готовы показать, как они это делают. Вот, у ребят есть такой вот девайс, вот, который, естественно, дома я хранить у себя не могу. И данный девайс как раз позволяет стекла как отклеивать, так и их и заклеивать. То есть, видите, ламинирование, автоматическое, деаэрация, вручную. Ну, в общем, очень много таких терминов, которые простым людям непонятны, и мне в том числе. И вот, собственно, ребята сейчас будут заниматься наклейкой вот этого вот стекла на дисплей от Apple Watch. То есть дисплей удалось сохранить, то есть стеклышко отклеить, а сам дисплей, вот видите, сейчас они его протирают. Вот дядя Руслан нам сейчас покажет. Класс. Вот таким вот образом сохраняют матрицу оригинальную, чтобы можно было, потому что, ну, не оригинальный дисплей, это не оригинальный дисплей в любом случае. Как ни крути, а оригинальная матрица и по цветопередаче, и по качеству изображения, она, естественно, вне конкуренции. И вот таким вот макаром можно спасти, не прибегая к замене экрана целиком. Потом устанавливается вот в машинку. Ну да, положил. Ну да. И вот пошел процесс. Как мы видим, процесс все еще продолжается. Вот он так это тарахтит, как трактор. Вот идет проклейка. Да, вот мы видим, здесь даже такой вот кулер стоит. Да, то есть этот прибор внутренности охлаждаются довольно-таки серьезно. Ну, ждем. А вот сами часики, собственно, о которых идет речь. То есть сейчас мы видим, что они разобраны. И теперь нужно их начинать заново собирать. Вот такая вот батареечка у них маленькая. Всегда было интересно посмотреть, как она к нему приклеивается. Вообще крошечная батарейка такая, на самом деле. Вообще. А вот так вот они в внутренности. Таптик Engine, как вы видите, это у нас, по сути, вибромотор. У Apple так называется. Материнская плата вообще крошечная такая. А как они все это умещают, чтобы все это работало? Удивительно просто. Ну а так у нас продолжается готовка еды. Больше похоже, это, можно это сюда, это шашлычный палочек, короче. Шашлычок делать. Все там пропекается, запекается вообще. Так, ну вот мы возвращаемся. И что у нас происходит? У нас происходит окончание процесса. Вот. Отсчет 4, 3, 2, 1.
Все, сейчас полетим на микрофон. Очень хорошо. Он такие звуки издает, как бы я телефон не выжимал. Неожиданности. И что мы видим? Ну прям вообще все. Еще, как говорится, новое стеклышко со всеми делами. Да, действительно, реально от оригинала, как говорится, и не отличишь. Сейчас кульминационный момент, а именно установка на Apple Watch и тестирование. Как вообще работает касание, как все будет происходить. Вот сейчас мы и посмотрим. Да, ну как вы можете слышать, да, ребята у нас не лишены чувства юмора и достаточно самокритичны. Вот, но на самом деле они знают свое дело. Все. Дядя Руслан, скажи, пожалуйста, а зачем ты наклеиваешь скотч вот сюда? Потому что он будет наклеен. Тачскрин прошлый был приклеен. Все, мы поняли. А теперь мы видим, что идет установка. Требующая предельной собранности и концентрации. Это уже совсем другой уровень. Ну вот и все. Экранчик установлен. Ну а теперь после подключения экрана идет установка батарейки, то есть это должно происходить именно после подключения экрана, но никак не было. Иначе можно уничтожить подсветку. Все, ну вот можете посмотреть, экран работает, все хорошо. То есть, видите, сделано красиво, аккуратно, то есть практически как будто бы действительно оригинальный. Все, попробуй проведи пальцем, пожалуйста. То есть работает не тач. Все, видите, тач работает по всей площади экрана. То есть именно все так, как и должно быть. 3 минуты. То есть вы сами видите, цвет передачи хороший. Вот, собственно, вот так вот, вот восстанавливаются экраны, и не только на часах, но, естественно, на телефонах. Ну вот, подписчикам в Казани, вот, вы сами видели процесс. Называется ProRepair, ремонт цифровой техники, находится по адресу Сибирский тракт 16 в подвале. Вот, подписчики из Казани, если есть у вас гаджеты, приходите, вот, ребята вам помогут. Ребята свое дело знают. Сразу говорю, это не реклама. Вот, просто это мои знакомые. Так что вот, пожалуйста. Ну и хорошего вам дня. Спасибо за просмотр.